Долгожданное открытие ресторана «Эль Прованс» наконец состоялось. Теперь изысканные кухни и интерьер, вдохновленные юго-востоком Франции, доступны и уфимцам. Видно, что много души вложено в детали. Какие-то нюансы выдают, что все сделано с любовью. Такая атмосфера уютная, домашняя, теплый колорит. Все очень оригинально подобрано. Не менее восторженные отзывы гости оставили и о блюдах заведения. Морепродукты назвали нежными, а вкус – гармоничным. Да, успели заказать салат «Цезарь». Супруг с курицей заказал, я с креветками. Прекрасные салаты, в общем, гармоничный вкус, хороший соус, но креветки очень нежные, мне понравилось. Прекрасная подача блюда, то есть официанты очень вежливые. Рекомендую. Открыла ресторан Эля Саликова, которая много лет занимается производством ортопедических изделий. В своем заведении она решила совместить вкусное и удобное. Так мебель в Эль Прованс обладает эффектом памяти. Идея пришла случайно, в принципе, то есть это новое совершенно направление. Ну, наверное, захотелось попробовать что-то новое. То есть мы производители ортопедических изделий, ортопедических матрасов, подушек, мебели сейчас начали выпускать. И мы решили какие-то вот стулья, там, диваны приспособить наш ресторан. И то есть я думаю, чтобы люди приходящие почувствовали весь, ну, как бы релакс. В ресторане «Эль Прованс» можно провести вечер с друзьями и близкими, прийти на обед за вкусным бизнес-ланчем или же отметить важную дату. Так называемый рядовой гость у нас может получить услуги питания, начиная с бизнес-ланча, заканчивая вечерней посадкой, до проведения банкетных мероприятий, включая любое событие, свадьбы, юбилеи, также кейтеринг. Мы работаем на выездные маршруты. Ресторан изысканной кухни «Эль Прованс» находится по адресу Рихарда Зорге, 63/3. Любую интересующую информацию можно получить в группе заведения ВКонтакте, либо позвонив по номеру, указанному на экране. Ильсия Армухидинова, Ильдар Гареев, столичное телевидение, вся Уфа.